Редкий случай, когда меня не радует, что в Питер пришла зима. С нами диджей Смол, держит капот Волгаря, Паван, великий дрифтер. Тарас Сергеевич отправился за запчастями на Волгарь. Нашли кого отправить, но я думаю, он справится. Сейчас будем заворачивать пробку, заводить, заливать тосоло. И как бы. Как неудобненько, но ничего не поделаешь. Что с элантрой? Надо поменять радиатор. Неплохо, на что? На радиатор. Это совсем неплохо. Так, бляха-муха. Вот она, техника советская. Я, кстати, друзья, знаете что? Я сегодня ночью очень долго изучал конструкцию масляной системы ГАЗ-21. И как? Я хочу сказать, что советские инженеры очень гениальные люди. Наверное. Да стопудово. Тут это... Сейчас я заверну. Одна вот эта фигатина что стоит. Представляешь, там написано, перед каждым стартом двигателя надо вот эту штуку, кофемолку. Раз, два, три, четыре, пять. И все, типа масло чистое. Представляешь? Это типа фильтр. Грубая очистка, это фильтр тонкой очистки. Технологии. Да из каменного века. Готово, можно заливать. Сейчас мы в нее тосольчику бахнем. И будем заводить игрушку. На ключ. Прикинь, великий диджей Смол. Да. У нас там в баке топливо, которому 20 лет. И она заводилась. Ну, оно же советское. Ну, оно, да, слушайте, какое советское? 2000 год. Ты в паспорт свой посмотри, советское. Все, понимаешь, время нещадно. Мы тоже стареем очень быстро, так что все говорят, советская, советская. Ни хрена, 20 лет назад это 2000 год. Уфу, как один день пролетело. Да, в 90-е, кажется, как будто были 10 лет тому назад вот у всех. Вот, да, у тебя даже по лицу видно, что там еще, понимаешь? Я не помню, я спросил, как съездил-то, Вован? Да, отлично. Кого навез? Да, блин. Короче, из 100 человек 11 место квалификации, в топ-32 объехал... Максима Твардовского, а в топ-16, к сожалению, забыл, как парня зовут. Но главный объехал. Нет, он объехал меня. А, я понял. И очень, кстати, на уровне. О, Тарас Сергеевич звонит. Да, Тарас Сергеевич. Все у тебя? Все, давай. Ага. Да. А кран-то забыли закрыть? А, кран на радиаторе, ах, лошары. Сейчас завернем. Все, давай, давай, ждем тебя. Давай, давай. Да, с Волга! Фух. Есть еще одна проблема. Что-то передача то ли примерзнет, то ли что, не выключается. Все, Вован, отключай! Прикуривали. В натуре что-то с КПП замерзло или что? Отпуская сцепление, она едет, падла. Оп. На сцеплении стоит? А мне передачу не выключить. Убери корча на всякий случай. Ну давай, родной. Давай потихонечку. Давай, мой хороший. Давай, давай, давай. Понимаю, тяжело, замерз, но тем не менее, давай, давай. Сейчас будем тебя оживлять. О, в натуре замерз. Ах ты, зараза. Да, все примерзло. Ну, теперь хоть заводь хорошо. Тормоза закусит. Какие? Да, не вот это. Да? Да, тормозит. Неплохо. Ну что, почтальон Печкин? Чё? Как дела? И нравится. Слушай, мы на стриме были, доктор такие твои фотографии скидывал. Да, нравилось? Да-да-да. Ну нам-то да, и зрителям тоже. Они что, видели? Мы загоняем? Да, надо Рудика выгнать. А? Там Рудик стоит. Попроси Родионыч, он выгонит Рудика. А? Фантомат! А помнишь, как там было в советское время? Запорожец самая дорогая машина. Жигули самая холодная, потому что в ней ездили в шапках. Запорожец, потому что копили всю жизнь. Всю жизнь. А вот про Волгу я, вот, честно говоря, не помню. Напишите в комментариях.
натуре, что да. там было? Потому что мы а мне кажется, такие... по-моему, про Волгу самая холодная машина, потому что все время в шапке. Нет, в Жигулях обычно всякие торгаши ездили, а на Волгах ездили представители либо власти, либо спецорганов. Ну вот ты сейчас реально, ты как представитель власти, вот реально, ты либо почтальон Печкин. Спецоргана. Спецорганов, да, да. Все, в общем, нормально заехали, а просто очень сильно замерзло масло, поэтому не двигался рычаг КПП. Да, да, Тарас Сергеевич, да, дай пятюню. Дай пятюню, вообще красавчик. Сейчас лайки, 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 лайки сексологу. На, вот это, я на нее пофапал. Смотри, Фантомас. Да. Зеленое стеклышко. Фильтруча. Давай спросим, как ты думаешь? О, ты уже спалил. А, сорян, я не знал. Масляный фильтр. Нормально. Масляный фильтр Стасямба на Волгу. Прокладос. Прокладос. Я не знаю, что это. Это переходная плита? Да, это, короче, переходная пластина фильтр, да? На фильтр нового образца. Мы потом все воссоздадим в сток, потому что этот фильтр тоже комплект. Я, короче, к парням приехал. У них там написано бесплатные запчасти, я еще лампочку притырил. Красавчик. Как ты говоришь, это вещь старинная, цены немало, да, поэтому пускай будет. Да, а это вот оно. Зеленое. Я так понимаю, что это уже этот новодел, да? Да, да. Ну, не найти. Ну, я просто, я же не против. Крутень, да. Так крутень. Что вообще, огончик, сейчас будем тюнинговать. Да, DJ Small заехал. Так, в общем, загнали мы Волгари на подъемник. Да. Сейчас, друзья, будет интересно. Очень. Представляешь, сейчас вот могут даже комментарии посыпаться. Кстати, напишите, как вы думаете, сгнил Волгарь снизу или нет? Запомним, что это 1962 год. Выпуск. Да. 50 лет. Там Вован дрифтер уже как бы. Да, да, он уже полным ходом. Что скажет Травников? Я не знаю. Мне вот кажется, надо ставить на то, что все хорошо. Вдруг я что-нибудь выиграю там. Что я выиграю, если я победю? Мы скажем тебе молодец. Так неинтересно, у меня фамилия и так такая. Да, я еще вот есть некоторые моменты, которые бы я подчеркнул. Вот я такой первый раз вижу, поэтому я бы подчеркнул. Пойдем, соответственно, пойдем. Перейдем. Да, пойдем. Приступим, пойдем. Так сказать, к осмотру. Итак, господа, 62-й год. А ты посмотри. А ваш автомобиль 2015 года в таком же техническом снизу состоянии или нет? Вот в чем еще вопрос большой. Знаешь, я вот когда такие вещи вижу, я думаю, что дуракам везет. Да? Он целый. А, ты про нас, да, сейчас? Да, я про нас. Я понял, да. Кстати, вот хотел вот уточнить. Я первый раз вижу, чтобы рессоры были... Вот это советский лайфхак брезентом. А, да, советский... там масло, чтобы они не скрипели и смазывались, меньше изнашивались. А, нет, вот это вот мои наблюдения, которые я видел вообще первый раз. Просто и почему лайфхак. На газелях так не делают современники? Ну, я не знаю. Нет, как я просто... Нет, ну да, я имею в виду, что вот вам лайфхаки, никому пожалуйста. Никому это не надо, понимаешь? Вот нет. Этот автомобиль, он из поколения в поколение. Амортики. Ну, здесь живые. Вот так все, ну да это вообще да ни нет, о чем. Да я, блин, я так. Бак, огонь. Бак, смотри, тут сливная даже есть. Тут все целое. Мост не течет. Ты видел какой-нибудь такой, чтобы на Волгаре не тек мост? Ну, это ж не BMW. Базаришь, да. Да, поэтому, да, пятерочка. Поэтому, вот так. Это, Тарас Сергеевич, пятюню за подъеб, да, молодец. Да, неплохо. Консервация. Неплохо. Вы посмотрите на Фантомаса. Угу. Он просто языком. Да, да, капающее масло. Смотри, такой подвесной интересный. Советский. Здесь, раз, два. А, это дымфирующий, да, такие? Да, 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 это подвесной такой. Снизу вот еще тоже. Вот это резиночка. Да, хоп. Пошел. Нет, это очень достойно. Вот это ручник. Ну, ручник, да. Но этот, кстати, выглядит получше, чем вот в 24-ке вот у нас был. Там он какой-то такой, как раз хляба не более. А здесь как будто конструкция более удачная, мне кажется. 24-ка ручник на колеса. А здесь на коробку. Не-не-не, я имею в виду вот эти вот рычаги, вот эту вот всю систему. Да нет, здесь, ну, принцип тот же самый. Единственное, у нас вот здесь вот пыльник на шлицевой кардана. Ну, ты посмотри, внутри какой-то. Кирдохеншвайн, да, но кардан целый. Как новый. Да. Возможно, смотри, вот тут вот, чтобы, ну, это... Шприцевали, да. Крестовину не шприцевали, поэтому крестовине, по-моему, кирдыхен. А, ну, это ладно. Так. Юрий Александрович, как думаешь, в каком году сапун вывели вниз? В 62-м. С завода. На заводе. На заводе, да. Субаристы сейчас так делают, понимаешь? А в 62-м годе на автозаводе газ. Как и маслопомойку. Как и маслопомойку, да. Не, очень достойно. Стасям, а вот это что такое? Тоже сапун какой-то или что? Где? Вот это вот. На коробке?
Да. Ну, по-любому сапун должен быть. Георгий Александрович, обрати внимание, пожалуйста, на коробку. Коробка, да, да. То есть ты видишь, да, насколько она малипусенькая? Так три передачи. Да, три передачи. Ну, конечно, прикольненько. Быстренько сгоняю. Слушай, ну, масло в ней реально надо менять, потому что, ну... А что у нее? У нее, интересно, ТАТ-17 или Негрол по мануалу? Как ты думаешь? Да. Даже не представляю. Что-то... Надо смотреть, что в те годы производилось. Да, 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 да. Такое масло. Но в мотор мы автол точно лить не будем. Да, да, да. Вы сейчас как будто материли стояли, я ничего не понял. Масло было такое. Негрол, не тол, а тол. Ты че, Вася? У меня нет черно-белых фотографий. А у тебя они есть. Тарас Сергеевич, ты можешь, понимаешь, сделать цветную... И сделать ее черно-белой, прокачаешь свой скилл. Да, как в бой идут одни старики разрисовать, предлагаешь? Да, как минимум клизму. Нет. Так, подвеска. Подвеска, шкварня на меня все льется. Шприцевание, все. Так, так, значит, тормозные цилиндры. Раз, два, хобот тормозной. Не текут. А мы пока этого не знаем. А, они внутри могут, да, течь? Да, здесь как бы спереди колодки. Ага. И два маленьких тормозных цилиндра сверху и снизу. Смотри, но, какая, но хоботы здоровые. Какая интересная штука. Вот, да, вот да, я и говорю, сеточка, это сапун какой-то, вот, не вот, понимаю, вот, что это. Такое, так, вот. Здесь тоже раз, два. Да, маляха. Не, идеально. Вот я для 62-го года идеально автомобиль. Прям вот смотри, вот сразу видно, что... Я знаю, что не понимаю, Сергеич? А? У него, видишь, некоторые болтики, в частности вот эти, они прям даже зашплинтованы проволокой. Скажи мне, пожалуйста, когда ты последний раз видел пшеницу? Сейчас. В лонжероне нашел. Сейчас. О, красота, по полям ездили люди, да. Работали. Блин, круто, подушки. Самое друзья, интересное. Я без преувеличения могу сказать одно. Это чудо. Чудо? Это реальное чудо. Да. Мне очень нравятся передние тормоза. Вот эти вот передние тормоза, да, с двумя цилиндрами, как вы сказали. Ну, на самом деле сейчас стоят практически на всех грузовых китайцах. И именно вот такая вот барабанная система. Подожди, на чем еще раз? На грузовых китайцах. Я не знаю, в чем прикол, но вот действительно недавно... Значит, технология работает, правильно? Работает, значит, тормозит, да. И все хорошо. Слушайте, ну я думаю, что когда мы воссоздадим, так сказать, ездовое состояние данного автомобиля, выхлоп СПБ, здравствуйте. Да, да, да. Здравствуйте, да. Выхлоп СПБ. Это стопудово. Дядя Дима, жди нас в гости. Дядя Дима любит, когда мы приезжаем. Да. Ну так неплохо. Я не понимаю, почему так мало протечек. Тебе больше дало? Ну да. Так, водичка. Может, приступим к тюнингу? Да, давай сейчас посмотрим, что как, что куда, и будем починять. Масляная система, я тебе расскажу, Тарас Сергеевич, это очень интересно, очень интересно. Э? Да. Ну вот, наглядно и покажешь. Окей. Нет, все-таки, глядя не на тебя, я хочу сказать, Костяныч, в Алгаре самая холодная машина была. Ну и, кстати, в те времена, когда появилась эта пословица, «Жигулей»-то еще не было. Это же 62-й год. Ну да. Короче, у меня к тебе есть дело, как к снабженцу. Если кто не знает, «Фантомас» работает в снабжении. И, судя по всему, французском. Но нам сейчас надо отечественное. Тарас Сергеевич, слушай, есть дело для прочистки скилла. Чего? Дело в том, что Георгий Александрович лох. Бывает. Переходная пластина есть, а фильтра нет. Да, надо купить фильтр сюда. И, соответственно, поскольку она постояла пару дней, и вообще передачи, пока мы не прогрелись, фиг прожмякает. Давай поменяем масло сразу. Давай на что-нибудь сейчас советское. ТАТ-17, какое-нибудь говнище. Угу. И тормозухи. Роса или Нева. Короче, все из каменного века. Я понял. Надо съездить сейчас, давай. Прикупить. Сюда. На тебе образец, денег сейчас задоначу. Давай. Деньги давай. Я пока все это дело разберу и солью старое масло. А я пока смешусь. Фантомас. А? Фантомас, а? Ты еще не на юг едешь, все нормально? Это тебе не финик. Да, это тебе не инфинити. Чувствуешь, тут, да, как тут хорошо? Тут понимать надо. А, Костяныч, а? Костяныч, смотри, тигровые очки почти как у Папанова. Ну-ка надень. Я сейчас сначала сам посмотрю. Да давай, покажи, Марда. Нормальный гламур. Ёпарасоте. И летом на море.
Подожди, интересно, а в 60-е марихуана была в России? Надень очки обратно, сутенер чертов. Была, интересно, в 60-е марихуана в России? Вот это сейчас новый мем. Если бы в 60-е была марихуана. Она же была. Я думал, в 60-х даже кокаин был. Хиппи же. Ну, тебе виднее. Это когда они были? Не в 60-х? Ну, это тебе Битлз, это Росток, понимаешь? Это не у нас. Не, у нас не, вне закона. Ты джинсы хер купишь. Ну, я же в джинсах. Тут еще прошли те времена. Ладно, давайте я пока всем это буду разбирать. Там Алла Борисовна. В общем, снял я центрифугу. Значит, нашел в багажнике вот эту вот планку. Потому что, насколько видно, генератор стоит как-то криво. Вон ремень у него наперекос. А вот это, видимо, самодельная, но она как-то больше подходит. Ну что, все купили? Нет. Но все может быть. Смотри, какой лайфхак. О, нравится. Да. Нравится. Взяли все, кроме тормозухи, Нива или Ресса. Мне дали телефончик, завтра позвоню. Сказали, должны найти. Огонь. Да. Ну, открытка, все взяли. Так, ну ничего страшного. Господа. Я тут пока разбирал, no. Я понял, как это все работает, и я хочу сказать, что инженер ГАЗ в 62-м году смотрит на ваше Infiniti, на мое BMW и на вашу... Доклизму подавно. Доклизму подавно, как на кусок дерьма. Да? Да, я тебе объясню. Ну, смотри, значит, что придумали инженеры ГАЗ? Значит, вот это вот у нас получается так называемая центрифуга и фильтр грубой очистки. То есть в мануале написано, я почитал, перед тем, как завести ваш замечательный Волгарь, вы должны раз пять вот так вот пожмякать. Сейчас. Вот таким вот образом покрутить. И типа там, значит, все фракции, они оседают на дне вот этой хреновины. И потом ты отворачиваешь время от времени вот эту пробочку и все говно сливаешь. Но и это еще не все, друзья. Что? Значит, вот это фильтр тонкой очистки, его стакан. Но парадоксально другое, что как бы масляный насос, вон он там из блока, соответственно, качает. Блок, кстати, алюминиевый. Те, кто волгарями занимаются, знают, что он алюминиевый. Вот, там просто мокрые гильзы чугунные. Значит, отсюда и потом вот с этой центрифуги идет вот сюда фильтр тонкой очистки. А с фильтра тонкой очистки поступает не в каналы двигателя, а просто всливается в поддон. Ах ты ж. То есть... я не знаю, но это дерьмо работает. Я очень хочу посмотреть, что вот там вот. Тарас Сергеевич, с вашего позволения. Ты хочешь, так сказать, открыть, да? Я хочу увидеть фильтр, понимаешь? Вот а, в каком фильтр состоянии? Да. Ну и, соответственно, что там плавает. Это тоже важно посмотреть, что там плавает. Да, но я сразу хочу сказать, что мы как бы вот эту всю систему будем восстанавливать в сток. То есть сейчас пока прокатать, обкатать Волгарь, то есть как бы мы поставим новодельный фильтр, а потом вернемся. Так вот, я же хотел вопрос задать, тогда зачем нам фильтр такой? Ага. Так. Ты ж. И чё? Кто ты? Это тут еще откручивать надо? Нет. Нет? Ёпта. Ах ты ж. Ах. Кто ты? Что это? Что это такое? 62-й год. Слушай, нет. Нет? Это какой-то тюнинг. А где фильтрующий элемент? Я тебе объясню сейчас. Подожди секунду, я возьму. Погоди. А там что плавает? Погоди. Погоди. Это не может. Может быть, это какой-то многоразовый фильтр? Нет, но он что-то... Почему-то он железный. Ну, я говорю, многоразовый. Типа там почистил. Не, ну тут много что многоразового. Не, ну вообще он бумажный должен быть. Да, вот он, видишь? Вот, ну да. Вот это сток. Ну окей, ну это сток. Георгий Александрович, блядь, вот это фантомас. Я просто, я не верю, я беру кинь, вот это, блядь, фильтр, нахуй. Че, у нас все фильтры бумажные. До сих пор. Ну ты посмотри. Мне кажется, что просто это одноразовый, может это какой-то многоразовый фильтр. А, да, видишь, он склеенный. Это просто, смотри, это просто картон. Бумага картонная проложена, еще картонная бумага проложена. Ну это в смысле, оно как фильтр? Оно через внутреннюю проходит или как? Тут еще какие-то дырочки. Что за... Короче, это... Давай вот это разберем. Не-не-не, сейчас не будем. Удобно для переноса. У фильтра какие главные? Главное, чтобы частицы всякие. А вот это? А вот это, мне кажется, какой-то уже советский тюнинг. Друзья, я правда вот реально искренне не знаю, что там? Это. Да там масло. Не, ну... Вот смотри сюда. Ну. Вот это, мне кажется, реально какой-то советский тюнинг. А если его разобрать? Или не надо? Его разбирать. Или мы мне не кажется, будем? Мне кажется, это сделано для того, чтобы его, знаешь, чтобы это все оседало. Возможно, тут какие-то магнитики или еще что стоит.
Его промывается и ставится обратно. Не мне было, кажется, ну... это многоразовый фильтр. А тут одноразовый, этот одноразовый. Да. Это как пылесосные мешки. Да. Одноразовый, бумажный. А сколько... мешок пылесосный. Подожди, а сколько по мануалу вообще на 21-м Болгарии масла мне? Через сколько? Ну, если ты за какое-то время найдешь просто масло, тогда ты его меняешь. Ну, наверное, да. Но он уже не long life, правильно? Я думаю, вряд ли. Так, Георгий Александрович, а что с обратной стороны? В смысле? Ну, снизу. Ничего там нету. Там нету ничего. Ну, сверху вот эта штука, ну, вот, а внизу? Да такая же жлыга. А, такой да? же болт-гайка. Вот. Да-да. А-а-а. Ну, видишь, это резьба. А, видишь, а тут резьба. Ну, там резьба. Но оно не переворачивается. Оно не может переворачиваться. Странно. Я бы на самом деле поддержал идею Тараса разобрать, посмотреть, что... Не-не-не, мы не будем его разбирать. Не, ну, нафиг это все тут, надо. Тут, понимаешь, годы. Да. Бесщадная эксплуатация. Надо его помыть. Бесщадно, он в масле все время. Надо было. Его помыть, посмотреть просто. Где? И мы вот это, на самом деле, кастрюлю... Вот это вот оставим на месте, потому что вот этот хобот идет прямо в поддон, и нет смысла его глушить. Мы просто вот здесь вот заглушечку аккуратненько привернем, и я просто отворачиваю. Вот эти шланги хобота, они уже дубовые до безумия. То есть нам придется заказать, изобрести, к сожалению. Но они не лопнули. Любой бы другой бы лопнул уже, этот просто задубил, понимаешь? Смотрите, уже делалось, уже потекало со штуцера. А, ну, ну понятно. Ну что, давайте изобретем конструкцию. Поменяем свечки и будем заводить двигатель. Окей, погнали. Давайте, ага. Георгий Александрович, как чувствуешь себя? Такое чувство, Тарас Сергеевич, что меня опять BMW раком поставило. Вот примерно такие же ощущения, ну, понимаешь? Поза у тебя не изменяется из раза в раз. Не говори. В принципе, все. Сейчас подтянем чуть-чуть. Здесь очень удобно, понимаешь? Рожковым ключом на 13, все хорошо. Так, а сколько надо было ключей для того, чтобы этот автомобиль починить? 13 на 17? Да, и да? багажнике, да. Да, и все, и погнали. Капремонт. Все дела. Подожди, так жалко, тормозухи не было. Ну, это, я думаю, что будет. Организуем. Все. Люди сказали, помогут. Люди. Так, кручу. Так, сейчас я водильник прикручу. Да. И изливаем, да? Да, изливаем масло и пробуем делать дрынь. Ну, огонь. Кручечка новая. Я завернул. Теперь не будет ни ссать, ничего. Свечулечки новые, провода новые. Все хорошо. Хочешь шутку? Давай. Я когда в магазине покупал эту крышечку, вот, они мне говорят, 1300. Я говорю, ну, старая у меня в руках, я говорю, вот это, наверное, 1300 стоит, говорю, потому что это Арига, говорю, а вот это никак не может 1300 стоить. Какая ключка? Ну, я же тебе говорил, там петросяны просто там работают. А. Да, вот в этих только рамках. Вот там вот крышечка, которая здесь стояла, она говорит, стоит 1300, я... потому что она 62-го года. Так вот, я же ему про то же и сказал. Ну, кстати, а я тебе больше, а может, резиночку переставим? Да. Да, нет, ну мы к этому придем. Сейчас давайте на ходу ее поставим. Мы же старую-то не выкинули. Не-не-не, конечно. Ну, в любом случае. Резиночку поменяем, поставим старую пробку, очевидно. Да, это будет гораздо. Это все, лучше. Это вот весь тюнинг, это все потом уберется. Сейчас мы посмотрим, что как мотор. Маслице поменяем разик, два, она стояла тут сколько. Все, можно заливать. Георгий Александрович, заводи! Поехали! О, вообще, с полтычка! Огонь, мне нравится! Смотри, из фильтра ничего. А, из фильтра? Так, а еще, еще. Да, так, не, нормасик. Нормасик? Да, очень даже нормасик. Сейчас я наживу подверну. А, нифига себе, вот так вот даже, да? Тут пальцы отключили. Да. У нас, понимаешь, в том видео, в прошлом, мотор-то, ну, постукивал. Да. И я думаю, блин, неужели киртык мотору? Нет, это просто пальцы. Ага. Вот, сейчас, не знаю, слышно, не слышно, но мы сделаем. Это слишком рано. Как-то вот так оставим. Не, вообще огонь. Да? Хорошо работает мотор. На удивление, но очень хорошо. Слушай, мотор жив. Это очень хорошо. Мы еще раз масло поменяем. Чуть попозже. Сейчас потрахтит. Ну и пусть коробка прогреется. А там поменяй, да, еще? Потому что она реально, она стояла. И как бы мне было ничего не сделать. Ну понятно. А, ты еще и карбюратор на немного под шаманит. А. Не, это заливная. А. А, да? Да. Масло есть. Масло, да, есть. Вот.
и больше уровня. Кто-то тоже, знаешь. Нет, слушай, это хорошо. Ну да, 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 я имею в виду, что... Парадоксально другая, карабас не тек. Не тек. Надо, знаешь, что еще? Вот это смотровой лючок снять, посмотреть, что там со сцеплением. Ты думаешь, надо? А? Ты думаешь, надо? Я думаю, да. Ну... Блях. Сейчас я возьму. Да, давай. Че? Ага. Я думал, это с основной так капает. Не-не-не, это... Там еще этот, кисточка. Кисточка. Так. Сейчас будет, да, зафаршмачит ли. Да не зафаршмачит. Как всегда. Тут масло-то вообще мука. Ну, плюхнуть-то оно тоже плюхает. Хорошо, нагрелось. Чума. Оп. Оп. Нормас. Оу, и все. Гудронер ушестивается. Это да. Гуд. Ну, надо сейчас откручивать параллельно, я думаю, это. Не, пускай сорвется. А, бля, оно даже, смотри, оно без ничего. Да. Масло тогда. Да. Масло теплое. Да, если бы не теплое, оно, я не знаю, не выпустит. Так там шестерни советские, железо. Не могу понять, как так ровно разбило дырочки. Слушай, я не понимаю, может это какой-то подарок с завода ГАЗ, потому что здесь вот эти болтики, хотя хрен поймешь, что они держат, они ничего не держат. Короче, вот наше сцепление. Я, кстати, понял, зачем вот эта вот фиговина. Зачем? А это для шприцевания выжимного подшипника. Вон холод туда идет. Ничего себе. Вот наш диск сцепления. Нормально. Да, неплохо. А это типа, я сначала думал, что это просто пыльник такой, да? Такой креативный. Что да, на маховик. Креативный. Проверить сцепление. Да. Живое. Так оно живое? Ну так. Куда смотреть-то? Ну вон диск, видишь сцепление? А, вон, видишь, ну, маховика. Маховик, вон, ну, вон корзинка, вон есть, диск. Все нормально. Какая зазаряка, зазаряка. Ну вон, про этого, ну. Ладно, все, не важно. Да. Ну там есть диск. Так, ну ладно, здесь понятно. Я не знаю, поставить сюда шайбочки или не поставить, ну как бы в натуре. Потому что здесь одного сверху болта не было, и один болт тут тюнингованный, короче, он слишком длинный и не до конца был завернут. Ну шайбу можно давайте поставить. Сделаем, ну чтоб держалось, чтобы да, нормально. Да, вдруг да, там я что? Тоже. Я не понимаю, зачем это сделано, но хрен его знает. Короче, друзья, если вы знаете, нафиг так сделано, напишите, пожалуйста. Ну не могло так разбить. Может они закисли там? Волга, пускай посмотрит. Не, ну может закисло оно там все. Как закисло? Прям посадочно вот в этом пыльнике, они прям падают шестигранники, нахрена? А здесь с той стороны привернут. И болты стоят прямо да, в положении, да, да. Чтобы снять, да. Не откручивая их. Ну, может ладно. Кто-то часто снимал просто. Ну, я вот тут просто воздух сказал, ну что ты, ну. Ладно. Я вот не понимаю, это тюнинг или нет? Слушай, я понятия просто не имею. Просто такое количество паранита в багажнике. А, это оно склепано, да? Да. Вот, ну, можно спросить, ты же знаешь, у нас телезрители, они умные. Они много что знают, поэтому можно спросить, сток это или не сток? Паранита огромное количество. Да, да, ну мне кажется, я не знаю, это не сток, ну не может быть, это кто-то изобрел. Да, Георгий Александрович, а ты видел еще колесико? Сейчас, подожди, смотри, какая тут красота, какое колесико, ты кто? Чего? Ты посмотри. А, это хобот типа это перелива, по-моему, в горловину, насколько я понимаю. А, там же идет трубочка. Ты посмотри. Да. Так, он... эту штуку выкидывать не будем. Не, ну вот это похоже на сток, оно, видишь, да, как вырезано, это ну, аккуратно. А там уже, похоже, не на сток. Здравствуй, Алгарь. Может, это шумка была такая? Нет, паранит имеешь? Ну это? Да. Не, это... Нет? Кто-то хотел в благородие багажник. А, ну, если так, только туда. Слушай, ну, здесь вообще идеально все, на самом деле. Я тебе про колесико, вот. Да, ну вообще просто девственно. Да смотри. Абсолютно. Года. Вот здесь даже вот эти вот еще такие. Пиу, пиу. А, нет, оно не новое. И номер у него есть. Слышишь? Что не новое? Что значит не новое? Это наварка, смотри. Поближе видно будет. Оно 74-го года и оно наварка. В 74-м году наварка? Да, это было очень популярно. Я еще помню, как популярно? Я помню, мы с батей еще тоже бегали. Искали как бы наварку, там типа где наварить, очереди были, вообще жесть. Хрен найдешь вообще. Серьезно? Да. Это восстановленное колесо? Да. Ах ты ж. Видишь как бы вот это вижу, сток, вижу, а это типа резина налита. И номер какой-то у нее.
Там, ну, 3, видимо, 5, это 2, контора, которая 6, наваривала. И вот тут еще что-то Т. Представляешь? Офигеть. Так, подожди, то есть получается, шины не покупали, их, получается, восстанавливали? Ну, кто мог себе позволить, покупал, скорее доставал. Ага. А дальше рангом наваривали, да. Был такой. Нифига себе. Не, я не знал. Я-то думал, что это технологии современные, как бы, наварить. Знай, люби свою страну. Это-то да. Все давно придумано. Хочешь, я тебя удивлю даже? Давай. На Волгаре есть круиз-контроль. Чего? На Волгаре 62-го года есть круиз-контроль. Круиз-контроль? До меня доперло. Я читал мануал. Ну. То есть вот это вот подсос. Логично. А вот там даже в мануале называется тросик дроссельной заслонки. Это круиз-контроль 1962 года. Ах ты ж сука. А в смысле, оно так и называлось, что ли? Ну я думаю, нет, там, там как-то, как-то регулятор воздушной заслонки, как-то так он называется по-советскому. Но в наше время то это называется круиз-контроль. То есть встал на трассу на корабле. Да. Вот Стасямба, то есть у тебя, понимаешь, в новой Гранте, Калине, прости, есть круиз-контроль? Вот. А в 62-м году, считай, был бы. Был! Не, это офигенно. Это прям чума. Да. Ну, короче, с этим мы более-менее разобрались. Давление, масло, огонь, все хорошо. Меня беспокоит, почему печка не дует. Давай прозвоним. Давай. Так, зажигание. Вот это вот выключатель печки. Че? О! Типа вот так вот, когда вот эта лампочка горит, печка включена. Но не дует. Не. Так, ну здесь технологии из каменного века. Давайте посмотрим, что у нас там. Давай посмотрим. Чмах. Ага. 12 есть. Есть. Так, здесь нет. Нет, но там скорости разные. Окей. Но здесь есть. Здесь есть. Масса есть. Масса есть. Питание приходит, выключатель работает. Моторчику кранты. Моторчику? Откручивать будем смотреть? Да, 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 разберем, посмотрим. Я более того нашел очень интересную штуку. А какую? Там у нас фары уже не светят. А, да. И, ну, в машине, стой. И в машине, короче, три предохранителя. Я их нашел. Но есть еще одна интересная штука. Они все живые. Ну, предохранители, да, мы его создали кое-как. Угу. Потом сделаем по-человечески. А вот это вот фигатина. Это биметаллический или тепловой предохранитель. А, ну да, да, да. Это как на 24-ке было, вот такая да, же. Да, 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 да. Автоматы. Да. Но он, падла, не включается. А, то есть он как бы в залишнем состоянии. Да, надо вот это все сейчас отстрелить. Ага. И посмотреть, что куда. Неплохо. Ну, сейчас посмотрим. О! 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 Это, видимо, скорость на манту. Видимо, да. Но он жив. Ну как, ему фигово. Ну фигово. Короче, нужна смазка. Да, в печке, ты видишь, он не крутился. Да, в печке он не крутился. Так, это, видимо, сейчас была вторая скорость. Сейчас да, да, да. Крутани его, пожалуйста. Ага. Ну да, короче, ну, надо смазать. Оп. Сейчас, не замыкай его, да? Давай. Нажимай. Давай, давай. Ага. Ну давай со второй начнем. Ну да, да. А, да, надо на второй и его, наверное. Угу. А смотри, ну ладно, это уже нет. Ну, 20 туда. Лет, понимаешь, стоять. Нет, 20 лет, конечно, да. У людей это суставы, понимаешь, за пару месяцев. Что, включаешь? Да, давай. Крути, крути. О, дополнительные вибрации по кузову. Балансировка не нарушена. Да. Такая легкая проводная вакханалия, но это не я, сразу могу сказать. Тарас Сергеевич, глянь на фар... Оу, электрик от бога. Горят? Горят. Неплохо. Дальний, может, да подожди ты, ближний, дальний. А это, видимо, подсветка. О, подсветка. Сейчас. Подсветка. Короче, я понял, в чем геморрой. Вот в этом выключателе. Ты понял, в чем геморрой. Но я так понимаю, что ты пришел, да, к какому-то этому выводу, да, что сделать? Да, надо этот выключатель разобрать, почистить, собрать его обратно. Неплохо. Георгий Александрович, ну, у меня постигло фиаско. Что? Все. Я что его... все? Ну, я его отъебнул. Каким образом? Ну, смотри, началось все с чего? Я думаю, лайфхак, ну, короче, сюда накручу проводочек. Я ж не знал, что здесь шпилька. И вот вторая скорость теперь делает вот так. Ну, соответственно, логично. Как бы, ну, я ее вкрутить не могу. Ну, не могу. Вот, а он тепленький, тепленький, вот здесь вот тепленько, и он больше не крутит. Он крутил, он старался, он даже чуть скорость набирал, чуть начал что-то шуметь,
А потом начал потихонечку делать. Можно? Дай, пожалуйста. 62-й год. 20 лет стоял. Надо было просто смазать. Новый мем. Человек, вот так выглядит человек, который бы не выжил во времена апокалипсиса. Ну, я еще проживу какое-то время, я же жирный, поэтому все нормально. Но ты умрешь от холода. Нет, я не специально, честно, но я, оно больше не будет работать, стопудово. Ладно, нет, он разбирается, там можно еще. Я не буду делать его. Не надо, все, тебе хватит. Так, тем не менее, друзья, значит, ну, это я в домик заберу, дома все сделаю хорошо, красиво, моторчик тоже. Что нам не хватает для полноты картины? Да, в принципе, все. Сегодня уже времени много, делать больше нифига не будем. Главное, Волгарь заводится, масло хорошо. Да. Все хорошо, свечки огонь. Да. Все огонь. Да. Я вам предлагаю сделать что? Навести порядок в багажнике. Угу. Навести порядок в багажнике, выгнать его за бруствер. Угу. Все, что ему надо для жизни, у него есть. А, то есть нам не надо теперь сливать, ничего, все нормально. Не, все нормально. Пусть поработает немножко. Угу. Равников там хоботы тащит. Угу. Пусть поработает немножко, и в следующей серии займемся тормозами и электричеством. Надо еще топливо, тут шланги хоботы и фильтр поставить. Ну, короче, в общем, короче, в следующей серии будем продолжать. Да, сделать все, чтобы он работал. Да. Ништяк. Чу! Огонь! Задние передачи, все четко. Все четко, да? Ну, да, 17, не что-нибудь там. Ну, это да. Все, сейчас на улице выгоним, пускай стоит получится. Ну, да, пойдем, да, и финалочку запишем. Да. Приятно все-таки поработать, да? Абсолютно, с тобой согласен. Давненько вот, мы такого не делали. Да, прям. Вот красная кофта приносит удачу, Тарас Евгеньевич. Да. Надо ее всегда надевать по такому случаю. Уже, считай, рабочий, независимый эксперт. Я по-прежнему хочу сказать, что все больше мне нравятся олдтаймеры. Потому что, когда ты что-то делаешь, ну, как игрушка, со старым автомобилем, прям смотришь, что вот инженерами сделано. Возраст. Возраст, да. Вот это, к примеру, стоит Land Rover. Неинтересно. Без слез не взглянешь, друзья. А Волгари, да. Это техники. Да. В общем, наши приключения будут продолжаться. По состоянию на сейчас надо по-прежнему разобраться с фарами. Ну, всей проводкой, там кое-что еще где-то не подключено, подключено. Короче, сделать все по-человечески. Я искренне надеюсь, что после замены тормозной жидкости мы, конечно, откроем барабаны, все посмотрим, произведем ТО. В общем, займемся тормозами. Что еще? Ну, топливная система. Топливная. Да, короче, провода, работа еще не початый тормоза. Край, чтобы поставить автомобиль только на ход. Вот. И после этого как бы мы уже займемся там кузовом и всем остальным. Ураганите. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте об этом видео своим друзьям. Делайте репосты ВКонтакте, жмите на колокольчик и так далее. Всем мира, добра, удачи. Гараж Тулс, привет. Действие происходит в автосфере. Салава 45, ремонт автоматических коробок передач. Не только. Не только. Всем, друзья, пока.